Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео, друзья, по старому доброму буксу «Серпантин». Кто подзабыл о нем, вспоминаем. Букс работает, букс платит. Я по нему очень и очень давно не писала видео. Вот, но я периодически... До сих пор в этом буксе я работаю и периодически вывожу денежку. Вот, ну и в этом видео я хочу сделать вывод и показать вам, что букс до сих пор работает и платит. У меня, так, значит, пользователей всего 34 тысячи. Вот. И что? Так, я сказала, что вход сюда через социальную сеть ВКонтакте. ВКонтакте и Одноклассники. Значит, я через Одноклассники вам не советую заходить. Если регистрироваться, то через социальную сеть ВКонтакте. Также здесь есть рекламный баланс. Это для рекламодателей, так как здесь можно добавить серфинг, добавить бонус. Я же работаю здесь только на серфинге. На данный момент у меня все просмотрено. К вечеру еще высыпет серфинга. Во вкладочке рефералы находится партнерская ссылочка. Также можно получить бонус. Вкладочка пополнить, опять же таки, это для рекламодателей, кто будет рекламить свои проекты. В настройках не забываем прописывать свои платежные реквизиты и сохранить, выплатить. Значит, выбираю я Payeer. И смотрите, таблица минимальных сумм выплат. Payeer от 1 рубля минимальный вывод. Ожидание 1 минута. Advanced Cash 10 рублей, ожидание 10 минут. И далее Visa, да, MasterCard Maestro Мир от 500 рублей минимальный вывод. И также ожидание вывода 10 минут. Я уберу цифру 3, поставлю нолик. Клику вывести. Так, выплата успешна. Закрыть. Переходим. Почему-то вот... Идет у меня вот здесь с этого букса мимо почты. В принципе, от 50 рублей должно и на почту. Но здесь как бы я вот уже который раз замечаю, что мимо почты. 2 февраля 50 рублей 40 копеек. Значит, вот 2 февраля перевод выполнен. Платит инстантом. 50 рублей 40 копеек. И комментарий «Серпантин». Так что вспоминаем, кто подзабыл. Букс работает, платит, все замечательно. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.